Их называют вторыми мамами. Добрые, заботливые воспитатели и работники дошкольных учреждений сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно к нему готовятся не только дети, но и депутаты-колейщики. Ваша работа, она действительно самая важная. Это то, что вы даете детям какой-то этот основу. Это здоровье, это трудолюбие, это многознание, не знаю, как это, увлечение. Потому что ребенок, да, вот в этом возрасте, помимо семьи, да, он здесь с вами проводит, ну, большую часть времени. Поэтому я от всего сердца вас поздравляю с днем дошкольного работника. Каждому сейчас из вас будем давать такие небольшие подарочки, да, пусть они подсластят вашу, да, вашу. Это каждому. А как без сладкого, да? Да, дорогие наши женщины. Счастье. Сегодня в 88-м детском саду не обошли вниманием воспитателей и нянечек, руководитель подразделений и методистов. От компании «Уралкали» всем вручили приятные подарки – настольный календарь и сладости. С «Уралкали» мы сотрудничаем давно, и главное, что именно с этой компанией у нас получается решать очень огромные задачи. Можно сказать, ну, в таком небольшом там детском мире, да, у нас появились уже стадион, у нас сделан прекрасный ремонт, у нас прошли прекрасные мероприятия спортивные. И сегодня каждый сотрудник нашего детского сада получил приятный подарок. Давно-давно, в конце 19 века, Фридрих Фрёбель придумал детский сад. Он так назвал. И сотрудниц он назвал садовницами. Фрёбель, он вот угадал вот это вот, то, что мы говорим, с дипломом нужно еще иметь и терпение, и чуткость, и ответственность, конечно же, потому что, да, мы первый уровень образования, и очень важно, каких людей ребенок встретит. Он же не выбирает, выбирают родители. И очень многое зависит от того, кто с ним рядом. Всего в рамках акции «Мы благодарны вам всегда» в Березниках и Соликамске компания «Уралкали» поздравила с профессиональным праздником более 2300 работников дошкольных учреждений. 1368 из них – это сотрудники березниковских детских садов. Вера Андреева, Никита Игнатьев. Наши новости.